Друзья, всем доброе утро. Сейчас мы отправляемся на Розовое озеро. На Розовое озеро, видел? Комары летают. Комары с нами отправляются на Розовое озеро. Видела? Видели когда-нибудь Розовое озеро? Не видела. Хотите посмотреть? Да. А вы там были ее сошутки. На озере? Ага. Ну, да. А папа на озере. Ну, хорошо, поехали. Ну что? Идем смотреть знаменитое Розовое озеро в Геническе. Машин много, все сюда приезжают. Вот так вот как-то оно выглядит. Пахнет лиманом. Что ты говоришь? Розовое. Да, смотри, оно действительно розовое. Зачем эти палочки? Мне кажется, это мостики были. Может, знаешь, что мне кажется еще? Что? Что когда вода уходит, вот здесь вот остается вода, она высыхает, и потом из нее собирают соль. Так, ты будешь ноги мыть? Да. Я тоже, давай садись. Я тут первый сначала. Боишься? Мы пройдем назад. Идите. И на эти разувайся и на эти тапочки садись. На свои тапочки ты и садишься. Только найди по суше место. Вот, хорошо. Ну, достаешь? Слушай, оно действительно розовое. Мне кажется, на фоне заката вообще оно круто выглядит. Ну как? И мне тоже. Ну. Ну как? Что оно дает? Коронавируса лечит? Ну не факт. Лечит суставы, но это не точно. Слушай, ты еще маленькая, у тебя суставы не болят. А у тебя? Я тоже еще не. Вот какая она вообще, да? Вот такая розовая вода. А здесь соль продают. А это соль из этого озера? Да, соль. Такой же? Розовая морская соль. Состав. А инструкцию еще давать? Что, теперь соль чешется? Да? Ну, у меня после принятия этой ножной ванны теперь ноги чешутся. Наверное, потому что соль осталась. Надо пойти помыть. А может, тут питьевая? Для ног. Хорошо, пойдем помоем. Здесь соль продают, там соль продают, грязи, соль и грязь, соль, грязь, водолечебница. Но запах тут такой специфический, да, пованивает чуть-чуть. Вообще вид очень красивый, если бы в этом году не было так много дождей, то видно были бы солевые отложения. Мне кажется, на такое надо взглянуть самому. Так, стой, там 10 гривен платить надо кому-то. Только кому, мы не знаем. А эта вода прям из озера, да, вы набрали розовую? Ну, видно, прям через бутылки видно, как компот. А ее пить можно? Нет, полоскает. Молоко при простудных заболеваниях тоже шой солью. Друзья, вот такая вот небольшая прогулка к Розовому озеру. Не, вообще это очень круто, да? Потому что мы никогда не видели, что такое Розовое озеро, наконец-то увидели. Мне кажется, это должен увидеть каждый. Очень интересное зрелище. Все, всем спасибо, всем пока-пока.